Что ж, подожду тебя где-нибудь здесь, братец. Интересно, и как долго мне придется ждать этого недоноска? Если вы близнецы, получается, и силы у вас равные? Возможно, и так. Но мне иногда кажется, что он немного сильнее. У меня есть одна мысль. Я думаю, что ее можно проверить на тебе, учитывая то, что вы с братом, возможно, одинаково сильны. Что ты собираешься проверять? Если что, я очень сильно боюсь щекотки. Поэтому, пожалуйста, без нее. Успокойся. Ничего страшного не будет. Это что за фигня? Ты что делаешь нафиг? Ничего особенного. Я просто с помощью магии заковала твои руки. Попробуй применить сейчас свои способности. Да как? Ты мне руки заблокировала. Яйц! Замечательно. Именно таким способом мы обезвредим твоего брата. Да-да, круто ты придумала. Все работает. Давай уже освободи меня скорее. Старайся не шуметь. Мой брат очень бдителен и хитер. Нельзя, чтобы он нас услышал. Кажется, этот придурок на кухне. Я пойду и заманю его сюда. А ты спрячься. Когда я его приведу, ты свяжешь ему руки. Хорошо. Так и сделаем. Будь аккуратнее и постарайся его убедить идти за тобой. Привет, братец. О, ну привет, братишка. Наконец-то я тебя дождался. Куда ты дел мою жрачку? Небось, сам все съел. Ты, наверное, имеешь в виду девочку Лис. Она дома. Можешь не переживать. Что ж, я так понимаю, ты пришел, чтобы проучить меня за все мои плохие деяния. Какой ты сообразительный. На самом деле, я изменился, и в знак примирения я подготовил для тебя подарочек. Подарок. Ух ты, я люблю подарки. И где же он? Я оставил подарок у входа. Пойдем, я тебе покажу. Ну и где же мой подарок, о котором ты говорил? Не переживай. Сейчас все будет. Мой подарок заключается в фокусе, о котором ты никогда не слышал. Не говори чепухи, таких фокусов не бывает. Я знаю все существующие фокусы. И какого хрена происходит? Я тебе ведь обещал фокус. Черт, какая же ты тварь! Ну погоди, я сейчас выберусь. И надеру тебе задницу. Мяу! Монашка, твой план отлично сработал.